Рамона, храбрая маленькая собачка, перенесла невообразимые страдания за свою короткую жизнь. Отголоски ее наследия Малину сияли в ее прекрасных глазах, наполненных одновременно страхом и стойкостью. Ее невинное щенячье детство было омрачено жестокостью ее хозяина, который бессердечно швырнул ее на пол и избил ногами. Когда ей не исполнилось и трех месяцев, у нее были многочисленные ссадины и три перелома на одной хрупкой ножке. Жестокое обращение, которому подверглась Рамона, было выше понимания. Несмотря на ее нежный возраст, она испытала наихудший вид жестокого обращения, и все это от рук того, кто должен был быть ее защитником. Владелец, подавленный своими собственными демонами, принял подлое решение, он больше не хотел щенка, которого подвергал такой жестокости. Не раздумывая ни секунды, он решил отправить ее на усыпление, как будто ее жизнь не имела никакой ценности. Но судьба уготовила Рамоне нечто иное. Именно благодаря сострадательным глазам волонтеров, ее история приняла удивительный оборот. Они увидели боль, в ее глазах читался неукротимый дух, который мерцал под ее потрепанной внешностью. Они признали, что Рамона заслуживала шанса на лучшую жизнь, несмотря на то, что шансы были против нее. С непоколебимой решимостью было принято коллективное решение дать этой драгоценной девочке последнюю возможность познать любовь и доброту. Путь Рамоны к выздоровлению был трудным и полным неопределенности. Она стойко и мужественно перенесла ряд жизненно важных медицинских процедур, стойко перенося каждую из них. Дни превращались в недели, и нога Рамоны крепла под бдительным присмотром тех, кто за ней ухаживал. Когда пришло время, гипс был аккуратно снят, обнажив лапу, которая не поддавалась сомнениям. По мере распространения новостей о триумфе Рамона ее история тронула сердце многих. Предложения о вечных домах посыпались из ближнего и дальнего зарубежья, семьи с нетерпением ждали возможности обеспечить ее любовью и заботой, в которых ей было так жестоко отказано. Впервые в своей жизни Рамона ощутила тепло человеческой доброты и любовь, которую она всегда заслуживала. В самые мрачные моменты жестокого обращения и боли Рамона стала символом стойкости и надежды. И вот, когда Рамона вступает в следующую главу своей жизни, ее имя навсегда останется в памяти как свидетельство силы любви и непоколебимой решимости преодолеть самые мрачные дни. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания!